В Алматы завершился Кубок мира по водному поло среди мужских команд. В финале сборная Сербии выиграла у ватерполистов Венгрии и завоевала почетный трофей. Венгерские спортсмены за 5 минут до окончания встречи вели в счете. Но в концовке матча удача была на стороне сербов. Сначала они сравняли счет, а в послематчевых пенальти одержали победу со счетом 11-9. В противостоянии за бронзовые награды Хорватия переиграла команду США со счетом 8-6. Сборная Казахстана в принципиальной встрече уступила команде Австралии 6-12. Все ватерполисты отметили высокий уровень организации Кубка мира в Казахстане. Прекрасная страна, великолепные горы, организация соревнований просто фантастическая, отличный бассейн. Здесь собрались очень-очень опытные игроки.